программа. И он говорит, давай я тебе введу определенный код, и этот код изменит твои силы в этой программе, изменит твое восприятие этой программы, добавит тебе пару способностей в этой программе, или силы какие-либо, или деньги и так далее. Так вот, мои коды – это те программы, которые дает вам программист. То есть, когда человек живет в обычной жизни, он… Все там идет? Либо перезагрузка, это очень сложный процесс, психология, философия, карма. Или он должен подключиться вот к таким кодам, к которым относятся мои чит-коды, к которым относятся мои символы, особенно обновленные, которые я периодически выкладываю, не старые с циферками, а обновленные. Далее, к таким кодам относятся мои шумы, и самое мощное, это, конечно же, мои эзотерические тренажеры. Очень рекомендую особенно обратить внимание на эзотерические тренажеры, которые посвящены богатству, увеличению материального благополучия и так далее. Если бы те люди, которые сейчас находились где-либо, и у них было бы свободное время, но они не проводили бы это свободное время в том, чтобы без конца смотреть последние новости, хотя я ни в чем не обвиняю, и все это время, хотя бы один час в день, занимались по эзотерическому тренажеру привлечения материального благополучия, или же сангая, связанная с саншайн-кокон денег, то уже через 2 месяца они бы смогли создать, и мир бы создал для них совершенно другие события, которые были бы связаны с невероятным поворотом судьбы в сторону материального благополучия, денег, сил, которые позволили бы решать трудноразрешимые вопросы, связанные с материальным благополучием и так далее. Это выход очень часто из той ситуации, в которой сейчас оказывается человек. Неважно, в какой вы стране будете находиться, занимайтесь моими тренажерами.